Опа, что тут? Кроссовки? Кеды? Опа. Ребята, оригинальные Nike. Кстати, у меня точно такие же. Только жаль, не мой размер, но у меня такие же оригинальные с помойки. Они очень удобные. Размер 42,5. Попкорн со вкусом сыра. Офигеть. Полотенце в гараж заберу. А вот эти кеды можно будет продать. Состояние хорошее. Их только лишь нужно отмыть и выбить вот эту грязь. Вот это люди заелись, блин. В детстве мы обувь до дыр донашивали. Я сам лично в дырявых насквозь шлепках ходил на ставок купаться. У меня реально была сквозная дыра на пятке, а тут, блин, Nike оригинальные выкидывают. Блин, помойки опять вывезли, капец. Ой, тоже пустые, капец. О, пакеты из ДНС я люблю. О, не зря же я их люблю. Смотрите, чайник, Тефаль с накипью. Блин, его никто не купит. А провод на медь заберу. О, а здесь вина есть немного. О, колготочки. У меня их покупает женщина по 20 рублей за одну пару. Такое я всегда беру.